конфетку бы нельзя. Так. Итак, пару минут всего затрачу. Значит, то, что под руку попались. Так. Смородина. Как видите, осенью вот отличные кусты. 500 рублей штучка, это их всего несколько будет. Значит, шелковица. Тоже будут вполне полноценные. Они уже больше. Вот. Но шелковица, помните, я выше показывал. Сверхморозостойкая, как я расхвалил. Чек, которого нельзя сказать, что он работает на меня. Вот, да, 40 градусов, да, после этого плодоносит. Все это проверено мной неоднократно. Значит, Алексейка подтвердил. Подумаешь, 1000 рублей саженец. У меня был случай уникальный, когда я хвастался, ходил по саду и угощал эти же с дерева. А еще не выращивал. Нет, не так. Я вырастил 20. С трудом 10 продал, надоело. А приезжали же тогда не было посылок. На месте приезжали. Вот, про нее никто не знал, я подводил, говорю, да вот она там, ну, так, в то время копейки, там, допустим, 100 рублей. Это давно было. Вот, и брали кто-то с сомнением. Большинство не брали. Я устал, последний 10 я вырубил. Только я вырубил. Ну, уже вот такие были, куда мне их солить. Только я вырубил, приходит письмо, хочу вашу шелковицу. Я говорю, ну как это? Нету, я уже зарекся, больше выращивать не буду. Я сейчас прислаю вам 10 000, когда будет готово? Я говорю, теоретически, она, это мне надо, значит, во-первых, дождаться. А я туда не умел, как Алексейка, он у нас талант, а это кто? Вот, его скромный ученик, не шучу, серьезно говорю. Я тогда не умел зимой укоренять, да и сейчас не пробовал, вот как он. Я говорю, надо дождаться середины лета, укоренить, да, это до конца года, а потом еще весь следующий сезон. То есть 1,5 года, почти 2 года надо ждать. Вот. Нет, я вам сейчас 10 000 высылаю, через 2 года я жду шелковицу. Ну, дальше доказайтесь. Я отказался. И только через несколько лет, вот видите, я вернулся к этой теме. Я говорю, Юля, это... Сколько без денег сидит? Хоть немножко. А тут еще это засуха дичайшая. И все должно было быть забито ею. Вот это вот. Вот. А тут, видите, несколько кусочков. Засуха дичайшая. А их же укоренять. А и не наездишься сюда. Проблемы. И вот получается. Значит. Смородина. Шелковица. Еще. Еще, значит, чего тут не хватает фотографии? Не хватает фотографии жимолости. То есть тоже несколько штук всего. И смородина. Вот 4 вида. Кустарники, смородина, жимолость. И этот самый по 500 рублей. Вот, крыжовник 500 рублей. А деревья, вот они, деревья. Это, значит, подрастает. Ну, правда, их никто не звал, они сами выросли. Потому что здесь был сильно обильно лежали косточки. Вот, ничего, я говорю, Юля, поухаживай немножко. Полей. Вот, когда засуха. Мы практически, по-моему, ни разу не полили. Вот, потом продашь. Наверное, надо это. Ну, хорошо бы. Но кто-то скажет, мне душа, один мажорский абрикос. Ну, продавай за 1000. Это я так советую. Возьмет 3-5, ну продавай по 500 рублей. Вот, ну скажем так. А вот это, ну то есть, потому что трудно возиться, а тут ради одной целой посылки. Вот, кто-то 3, 4, 5, 500 рублей штука. Оно того стоит. Огромные деревья, урожай сумасшедший. Вот, Ваулин подтвердил. Красивейшие фотографии, красивейшие плоды. Вот, уникальные результаты испытаний. Там, в Челябинске. Вот, все честно. Я это публиковал его доклад. Сенсационный. Я публиковал его реферат. Вот. А вот будет не хуже. Он выиграл эту ставку.
Вот. Он нашел золотое, это называется, золотые самородки. Нигде, только в моем саду. Ну и, наконец, персики. То же самое. Не всходит от этой, от колодезной воды, хоть ты плачь. Поэтому жидковато всего, и у нее получилось полсотни. Вот, по 1000 рублей скромно. Но учитывая, что если уж я не укрываю, вы сами видели, то тогда в средней полосе России можно просто их... Да, давайте же, помните, это самое, Башкирия, помните, Подмосковье, помните, помните, Брянская область, на 4-й, 5-й год сумасшедшего урожая, это они же. Как вы думаете, стоит это 1000 рублей? Вот так я разрекламировал. Почему я вынужден здесь? Потому что их нет в каталоге. Мы же формально не продаем саженцы. Мне достают, продайте саженцы, я отправляю к Сергею. А это то, что маленький такой, знаете, малюхонький бизнес, заработать лишние 1000, 2, 3, 5. Вот. Теперь, после этого, что должно быть? После нудной, скучной торгашевской речи снова поэзия. Спас. Сегодня же какой день, забыли? Мы же не поздравили друг друга. Медовый спас. Спас или яблоко аромат. Наталья Склинская, Дохно. Ну что, почитаем? Ну вот и август дождались, и убраны поля. От зноя, что мешал так жить, вздохнула вся земля. И бисер утренней росы прохладой манит нас. Мы в храм сегодня принесли мед с яблоками, спас. Преображение, Господь нам говорит, прощай. Храни в душе мир и покой, плохого избегай. Умей дарить, лишь только свет вернется во стократ. Нектарный мед души тепло и яблок аромат. Наталья Склинская, Дохно. Я сейчас, знаете что, вспомнил? Значит, я сейчас не могу бесплатно. Вы же знаете, что это многие считают, многие, и это общепринято, что онкологии помогают косточки, ядрышки абрикосов. Вот, у меня их слишком много. Ну и покупает их слишком почти никто, тем более летом. Вот. И дарить не могу, сами видели, чем я занят. Вот. Чтобы меня никто однажды не подумал, что ли такое, пройдет время, я выкину сотни тысяч косточек. Но и не нужны эти сотни тысяч, понимаете, что обидно? И уж я уже выбрал такой, как бы сказать, такой компромисс. Вот, бесплатно не могу, иначе это пострадают те, кому я помогаю, а им никто больше не поможет. Вот. У меня был случай, когда пришла та же девочка ко мне, вот, подросток, вот. А она, бабушка, ну, такая пожилая женщина, она моет тут у меня полы, все, ну, у меня-то здоровья нет, вот, там, пылесосит, все. Я провел девушку на кухню, угостил, полные руки набрал, сунул ей, ну, обычно это самое, 200-300 рублей, если просто заходит. Вот просто заходит, повод есть, туалет или воды попить. И она пошла. И тут у бабушки была истерика. Нечего помогать. Пусть я, это, родина, или как она сказала. Господи, сейчас помню. Пусть это, помогают органы, сейчас разбежались ей помогать. Кому нужны эти подростки? У них самое страшное даже не то, что они полуголодные часто, или одеть нечего. Самое страшное – это унижение. Когда таких полкласса и таких полкласса. Самое страшное. Вот. И тогда я сказал себе, ребята, давайте уж хотя бы по 10 рублей косточку. Вот. А вдруг и правда кого-то спасет. Вот хотя бы так. А вдруг? Не может быть, не бывает дыма без огня.
Так, то есть я с протянутой рукой, я предлагаю уникальные кусочки. Некоторые говорят, часть посажу, часть съем. Кто произнесет слова, допустим, такое, противоопухоль, как средство, то есть для лечения, вот, для профилактики. Вот, сразу получается за полцены даже меньше. С 1 сентября возвращаемся к тем же ценам. А до супер абрикоса еще и подниму. Вот так, а тут 10 рублей косточка.